мы по-прежнему один в поле воин, потому что наша семья остается единственной из семей артистических, которая об этом говорит. Но очень много людей, которые нас поддерживают. Очень много каналов, которые рассказывают про нашу семью, которые поддерживают наши акции. Поэтому мы благодарны всем, и в частности вашему каналу, который сегодня делает программу про солнечных детей. И это будет еще одним шажочком для того, чтобы другие люди узнавали о наших детях, о детях солнечных, о детях с особенностями развития. И, конечно же, с каждым месяцем, с каждым днем все больше людей понимают, что дети с синдромом Дауна, они не опасны, они не кусаются, не набрасываются. Да, иногда они с распростертыми объятиями пытаются поцеловать и обнять любого встречного, но это лишь знак их любви и открытой души.